Пропагандист – это который указывает машинам, куда ехать. Например, тебе надо куда-то поехать, а он сразу логично знает дорогу туда. Логист – это тот, который совмещает практику. Например, там едет какая-то машина, и надо куда-нибудь резко повернуть. Она что делает? Делает очень крутой поворот. Это такой человек, который говорит дорогу. Например, надо в Киев, он говорит правильную дорогу. Поэтому, когда ты в Киев ты едешь, тебя водит, куда ты хочешь ехать. Друзьям, гостям. Если закупки, например, сделать, он продумывает это, а потом делает. Такой человек, который он главный из планеты. И он все знает. И он даже больше, чем люди знает. Он знает английский язык, японский язык, еще знает украинский язык. Они всегда, как ученые, всегда что-то читают, пытаются быть умными. Чтобы люди понимали, куда ехать, если люди не знают.